have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Мы хотим пригласить вас в зоопарк. Нас тут уже радостно встречает вот этот вот запрограммированный бот с хамелеоном на плече. Видимо, рука у него бесконечная, она не отвалится, поэтому он вечно ей машет. Зоопарк непростой. Там на входе, когда появляешься, можно превратиться в какое-то животное, когда-то бесплатно, когда-то за рубаксы, но мы сегодня пойдем просто как люди. У нас тут есть фонтанчик со слоном. Итак, зоопарк, я же говорю, непростой, а полностью упоротый, например. Вот здесь можно посидеть. Я получил хот-дог. О, я тоже хочу хот-дог. Иди ко мне, смотри. Мишка, ты можно взять хот-дог. И хэмбургер. А, да, есть. Отлично. Прикольно. Значит. А съесть? Хот-дог и хэмбургер. А съесть? Нет, нельзя кушать, они походу пластиковые. Ладно. В общем, да, этот зоопарк у нас полупластиковый. Не обращайте внимания, что тут бегают животные, это люди. Тут можно еще мороженку взять. Вот, смотри. Блоксикову и айскрим. Их тоже нельзя ни съесть, ни выпить. Класс. Пошли итак. Не барьеру, к вольеру, Карл. Вольеру. Медведь, уйди. Тут у нас вроде и как террарий. Бабочки. Да, тут бабочки. Всякие штуки. Да, это все не настоящее, это пластиковый зоопарк, потому что вот тут улитка. О, явно упоротая. И еще вторая. Одна на фиолетовом, одна на оранжевом, знаешь. Да. Морфеус предлагал явно не те цвета. Пауки. Упоротые лягушки. Тут иногда тоже стоят боты, которые. Ну, то есть они смотрят для того, чтобы сделать видимость того, что здесь обитаемо все. Но здесь абсолютно все пластиковое. Так, ты где? А, вот, вижу. Что это? Ну, это похоже на какие-то какашки с глазами, погоди. Не, не. Серьезно. Это креветки, вылетевшие на воздух. Не, ну это же какашки с глазами. Там это ящерицы, это обычно ящерицы. А, тьфу ты, ладно. Ладно, хорошо, хорошо, теперь я верю. О, тут Wednesday. Wednesday, my dude. А, какая ирония, если эта серия выйдет в среду. А, хорошо. Так. Офигеть, ты посмотри, тут были бабочки очень красивые. О, да, это? Тут маленькие. А к ним, кстати, попасть нельзя, прикинь. Везде можно попасть? Понюхай. Вот есть головастики, глянь. Головастики? То есть тут большие ребята, а тут вот их головастики. Прикольно, а я могу тебя встать? Да. Это, по-моему, это единственное место, куда нельзя попасть внутрь, вот этим маленьким жабкам. Наверное, потому что они ядовитые, мне кажется. Они же желтые. Ящерка. Да, вот это, кстати, больше на ящерку похоже. Ну, честно говоря, решение в коричневом цвете было не очень удачно. Почему это полярный медведь? Может, он биполярный? Нет, погоди, это человек, нормально. Тут еще ящерицы. Биполярный медведь. Ну, знаешь, медведь с биполярным расстройством. Зачем ящерица? Вот такая огромная. Вольер? А потому что тут еще и змеи, смотри. О. Тут еще и змеи есть. Прикольно. Да, вот там жираф. Жирафы всегда мне нравились. Ладно, я их еще не видел. Пойдем. Давай по очереди, не распыляйся. Из этого выйти. Так. Вот, пойдем сюда. А, я в тебя врезался. Итак, у нас... Тут полярные медведи. Нет, я думаю, что это... Волки. Тундра. И тут волки. Или даже волки. Черепашка-ниндзя. Та-ра-дам. А, это игрок, нет? Не знаю. Ну-ка, ну-ка. Yeah. Погоди, иди сюда. Тут классное место. Я не пролазила. Слишком. Слишком много майонеза. Слушай, я тут буду жить. Как будто воняет кетчупом. Сказал любитель майонеза. Я хорошо, не у нас есть. А, вот откуда кетчупом несет, тут туалет. Выходи. Я вышел. Где? А, фу ты, блин, вышел, испугал меня. Так, тут можно, кстати, отдохнуть. Employees only. Есть шизолонги. Я иду к шизолонгам. Ну, если есть биполярные медведи, тут то... Мяу! Тут мяу!
Ну, там твое есть... лицо почти вышло, да, я тебе почешу морду. Кто у нас в этом вольере, кстати, в Employees Only? Кенгуру. О, кенгуры, точно. Зачем кенгурам так много воды? Кстати, ребят, здесь абсолютнейше нету ни музыки, ничего, что очень жаль. Поэтому то, что вы сейчас слышите, эту музыку я поставил дополнительно, потому что иначе было бы слишком пресно. Там! Морские горки и вон... Акула-голод! О, стой! Сюда можно по-нормальному забраться. Акула-голод? Да! Где? Ну, вон самый большой... А, это не... Нет, это акула-молот. Где? Иди за мной, я тебе покажу. Заходишь сюда... Видишь эту невидимую лестницу, поднимаешься и видишь... Ёпарасете, это... серьезно? Вот это интересно. Это молот, да? Хочу залезть на акулу. Акул был уже не молот. А, без комментариев. Просто кот-любитель майонеза танцует на акуле-молоте в аквариуме. Нормально. Так, идем сюда. Там есть лестница, прикинь. Ничего Когда себе. Бы в это не поверил. Голова еще ни у кого не кружится. Итак, на какую горку едем? Сейчас. Давай, тащи сюда. Твой мохнатый зад. Так. Зачем ты перескочил на мою горку? Нет, я хотел посередине проехать. Это возможно? Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Это не скелет... А, это не скелет кита. Показалось, это скелет кита. Фу, тут прям плавать можно. Я посередине проехал. Ты гринфины. Где? Ну, а то у гринфинов. У гринфинов. Ребята, у меня есть для вас мороженка. Будете, а? О, тюлень! Стой, где? Вот. Или это морской котик. Ну вот, прям... Сейчас. Ну вот тут О! Же. Вижу. Ну это, да, это вот или морской КТ, или что-то в этом роде. А тут в бассейне никого нет? Погоди, тут дельфины, вот же в чем прикол. Иди сюда, вот дельфины. Вау. О, отлично. Твердая материя. Так, кенгуру, дельфин. О, я могу через колечко? Все, я официально дельфин, смотри. Как-то немножко не очень выглядит. Я синего цвета и я дельфин, все нормально. Посмотри на фонтан. Хватит ссать в бассейн. Смотри, тут кальмар. Где? Воды. Вау, там рыбки на Эмо. Рыбки Эмо. 2020 год потрепал. Немножечко, да. Как и все. Ой, стой, стой! Тут есть, можно на лосе покататься. Я хочу как. Он деревянный. Выглядит вообще как железный, ну ладно. О, домашняя ферма. Выглядит да, вкусно. Домашняя ферма, прикинь. Тут кролики. Эти кролики выглядят очень вкусно, не правда ли? Да, особенно с майонезом. Так, а тут кто? Панда! Чувак, откуда Чанг. Такие щеки? Это Чанг-панда. Чанг-панда. Китайский домик в стиле китайского домика. О, тут офис, погоди. Employees only, administration office, ну да. Тут есть компьютеры. Нет, ноутбуки. А вдруг на ноутбуках будет что-то? Секретная информация про перевозку панды. Прикольная тема. Ну, тут просто офис. Тут этот планктон обитает. Я знаю, какие животные тут. Планктон. Так, это у нас... Пойдем дальше посмотрим. О, там олень. Где? Сзади. Ты что, его не увидел? Он же такой большой. Вон, олень. А, вот и. Да. Овцы. Ты рогатая и безрогая. Кто пустил человека в вольер? Кто пустил овцу к человеку? Куры, овцы. Ну это да, это контактный зоопарк. Прикольно. Лошади. И го-го-го-го. Почему та лошадь?
Та лошадь двигается, это не двигается, потому что та лошадь человек. Да. А эти лошади не человеки. Я буду кататься на этой лошади. Ой, тут есть дети. Их нельзя пинать. Кто сказал нельзя? Нельзя. Дети вросли. Нормально. Так, хорошо. На ваших глазах показано, как дети становятся грибами потихоньку. Пойдем посмотрим, что. Я видел жирафа, теперь не могу его найти. Это очень, очень символично, ладно, давай, да? Я покажу жирафа. Идем со мной. Я же прям за тебя. Иди от панды. Иди от панды, прям, иди за тобой. Прям прямо. Видимо, мы тут просто по кругу бегаем. Вот зебры, вот как раз уже жирафы. Еще. Мини-дев, прикольно. Ага, вот этот мост, точно. Тут есть. Бегемоты. Дети. Вон они. А дети не считаются. А бегемоты, тут антилопы внизу. Зебра. Которая зебра. Вон жираф. Жираф. Это один огромный вали. Слон! Почему он такой маленький? Ну нет, он не маленький, просто жирафы реально выше. Тогда жираф будет немножко пошире. Стой, я к ним в вольер хочу. Вот. Жираф в другой стороне, чувак. Ну там можно пройти. Там нельзя пройти? Черт. Нет, можно, иди ко мне. Лев! Очень похож на льва из шариков надутого такого. Не знаю, мне нравится. Пошли к жирафу. Так, медведь или пума. Уж не знаю, кто ты, дружище. Пойдем. Куда? Что? Сюда? Да посмотри на это. Ну что? Это игрок, медведь, шарик. Я думаю, что это не медведь, но это уже другое дело. Я думаю, что это носорог. Вон дельфин поплыл. Нормально, обычное дело. Так, слон. Слона потом. Капибары. О, да, это носороги, прикинь. А, это носороги? Я подумал, что это за жирный медведь. Ну или это, не знаю, что это, но это выглядит очень похоже на носорога. Но это больше похоже на жирного медведя. Жирафы. Розовый шарик почему-то. О, шарик. Он нет, двигается. Я его покатаю. Он двигается, Карл. Нифига себе. Наверное, это шарик. Вот, тут ясно. Тут к зебрам и антилопам можно пройти. Собственно, кошачьи у нас за стеной, потому что они бы съели всех. Это логично. Но вот зебра. Интересно, как кошачьи не смогли перепрыгнуть через клетку. Она же такая маленькая. Ну, а потому что они все пластиковые, подходите такой ответ? Да, правда. Так, хорошо. Я выкатил синий шарик оттуда. Молодец. У нас тут продают флокси-колу. Даже я. А, погодите, мы по-моему, уже все, да? Да, все. Все, посмотрим. Давайте еще в этой стороне глянем. Может, что-то тут еще есть одно дитё. Погоди, тут твоё. Там обезьяны. Да, вот обезьян мы еще не видели. Давай опа. Попрыгнем к ним. Вольер. Привет, ребят. Никогда не думай о белых обезьянах. Я не могу задавить мячиком. Да, это невозможно. Да. Тут же животные находятся под охраной. О, смотри, смотри, смотри. Что? Он висит на хвосте. Прикольно. А что там дальше за этим вольером? А, ну тут уже как раз кошаки и... Кошаки... А вон... А, погоди, а вон там что? А вон там... Кошачьи львы. А! Я улетел за карту. Здравствуйте. Да, такое тоже возможно. Меня, пожалуйста, отреспавнят. О, спасибо. Сейчас я быстренько это... Да, вот выглядит основная менюшка, как тут можно выбрать зверя, в которого хочешь превратиться, но... Ну, типа... Идем так. Так, к львам? Да, к львам. К львы? К львы, к львы? К львы, к львы. К львы, к львы. Ну вот, я уже у них. Ну, я уже был у них. Мне интересно, что за ними находится. Мне показалось, что они еще один вольер. Тигр, Чанки-тигр. Так, ты где? Ну, в вольере с тигром. А он где? Вон там дальше, что ли? Это прям за стенкой, там, где были антилопы. Так, в эту сторону. Ну-ка. Да, мне кажется, что здесь.
А, вот тут есть кот человеческий. Да, да, вот он. Этот лев очень жирный. Тигр. 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 Вот чей это был вольер. Это был вольер тигра. У него, кстати, очень большой и просторный вольер. Очень приятно здесь находиться. Хотел бы я быть тигром. Ладно, ребятушки, я думаю, что на этом мы остановим наш осмотр зоопарка. Ну, на мой взгляд, тут очень прикольно. Такое веселое местечко. Можно сюда водить, наверное, детей на зум-обучении, которые не ходят в школу. Хорошо, все, ребят. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Пока, всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.